Причиной смерти стал коронавирус. В Иркутской области по-прежнему наблюдается рост числа летальных исходов от заражения COVID-19. В регионе с начала пандемии погибли более 200 больных. Число зараженных при Байкале за 4 месяца составляет 14 251 человек. 818 из них госпитализировано. Но вместе с этим число инфицированных в Иркутской области растет, и количество тех, кто победил COVID-19, таких пациентов уже свыше 10 тысяч. Несмотря на снижение активности пандемии, некоторые медучреждения региона, которые не были перепрофилированы в инфекционные госпитали, закрыты на карантин. Так, например, в Иркутске до сих пор не работает отделение медицинской части авиационного производственного отделения. А в Братске коронавирус диагностировали у пациента онкологического диспансера, в результате чего хирургическое отделение закрыли до 14 августа. Подверглись обследованию все работники, все те пациенты, которые находились совместно в палатах с данным пациентом. И был выявлен еще один медицинский работник, который осуществлял основной уход за данным больным. Мы полностью исключаем ситуацию, что пациент заразился от медицинского работника. Там скорее произошло наоборот, потому что все симптомы, вся клиника свидетельствует о том, что медицинский работник заболел позже. Редактор